did you find this guy? Give me a break, Pete. Привет, с тобой Родригес. На конференции Sony состоялся особенный анонс. Это долгожданный многими, в том числе и мной, Resident Evil 7, создатели которой решили сделать крутой твист от попкорного экшена, который был в последних частях серии, к хоррору от первого лица. С первых же секунд трейлера я вспомнил отмененный и многообещающий Silent Hills и его же играбельный тизер под названием PT. Ну а ознакомившись с демо-версией, которая уже сейчас доступна в PSN, можно смело говорить, что Capcom делает свой Silent Hills вместо Канами, пусть и под другим названием. Тут очень гнетущая и проработанная атмосфера, а также потрясающий звук. Постоянные всхлипывания и шуршания за стенкой, какие-то залежи мусора, кишащая червями еда. Нет, ну в прошлых играх серии это тоже все было, но вот с видом от третьего лица не так сильно бросалось в глаза. В Resident Evil 7 с первых секунд мне стало некомфортно. То и дело приходилось озираться и вздрагивать. Конечно же, градус ужаса здесь не такой, как в 5, но демо-версия показалась мне определенно страшнее Outlast'а. Итак, в демке тебя ждет эпизод с домиком в деревне, где ты просыпаешься на полу и, не зная где ты и почему, хочешь выбраться. Но двери заперты, и дом буквально нужно, его приходится исследовать. Графически все довольно-таки достойно. Загаженное жилище выглядит так, как должно. Очень много разных деталей, какие-то банки на полу, замученная птица в микроволновке и каноничный капающий кран. Пока не ясно, какую продолжительность будет иметь полная игра и удастся ли разработчикам поддерживать именно такую плотность атмосферы на протяжении всей сюжетной линии, но я очень сильно на это надеюсь. Кстати, в демке уже будет параллельный сюжет, где я действовал от лица оператора, который работает на съемках какого-то шоу, и этот эпизод хоть и короткий, но он дико жуткий и реально меня удивил. В общем, я рад, что игра предстанет перед нами именно в таком виде, потому что если в серии Resident Evil и нужно было что-то менять, то менять надо было радикально и с помпой. А глядя на огромное количество людей, впечатленных Silent Hills и фанатов, которые ждали именно тот проект, Capcom делает грамотный ход для расширения аудитории и развития серии. Плюс, если вспомнить обещания по поводу Silent Hills, разработчики планировали ввести в игру эпизоды и от третьего лица, насыщенные экшеном. Но гадать-то еще рано, поживем, как говорится, и увидим, а пока мне все очень понравилось. И я жду новый Resident Evil. А для олдфагов, которые уже сейчас кричат: верните нам изометрию, верните старый Resident, господа, для вас есть ремейки первых частей, играйте на здоровье. А я надеюсь, что Capcom не подведет, и Resident Evil 7 выстрелит, как должен был выстрелить Resident Evil 6. С тобой был Родригес, спасибо, что посмотрел мое видео, и подпишись на канал, если еще этого не сделал. А всем удачи и до скорого, увидимся онлайн, пока. Welcome to the family zone.